Трагедия случилась в этом многоквартирном доме. Его жители до сих пор в шоке. По рассказам очевидцев, прилежный семьянин решил жечь заживо себя и свою семью. Вроде бы нормально было. Он приезжал, уезжал, но уже мы с нами не общались же, мы вообще. Не пил он? Я не видел, лично не видел. С нами не ругались, вместе общались, ничего. А вот они, наверное, развестись хотели, да, вот эти мужчины? Мы только слышали, что они ругались. 30-летний Еркен пришел в дом тещи, чтобы помириться с женой. Между ними вновь вспыхнула ссора. Разъяренный муж привязал к своей руке руку жены, посадил рядом с собой ребенка, облил всех бензином и зажег спичку. У 7-летнего мальчика обгорело 90% тела. Сейчас Арман находится в реанимации. Не намного лучше обстоят дела у его родителей. У них обширные глубокие ожоги первой, второй, третьей степени. Оба лежат в реанимации. Прогноз для обоих неблагоприятный. У мужчины обгорело 80% тела, у женщины больше 50%. Состояние крайне тяжелое. Теща, которая пыталась их спасти, также получила ожоги средней тяжести. Общаться на камеру она отказалась. Рассказала, что ее дочь не хотела больше жить с зятем и переехала к ней. Сейчас по факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого лица, который находится в больнице, возбуждено уголовное дело по статье 24 прим. 96 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это покушение на убийство. Ведется следствие. Алкоголя в крови преступника не нашли. Если он выживет, в чем врачи сомневаются, ему придется за все ответить. Отметим, что с начала месяца это уже второй случай в Шымкенте, когда совершается самоподжог. Ранее в ожоговом отделении скончался мужчина. Он вылил на себя 5 литров бензина. Тогда причиной трагедии стало одиночество молодого человека и недавний развод. Екатерина Попкова, Антон Семенов, Кирилл Мочалин, информационная служба телекомпании «Отрар».